Всем привет! В этом видео поговорим о том, что на развитие горнолыжного курорта Эльбрус государство потратит 9 миллиардов рублей. Министр экономического развития России Максим Решетников в ходе рабочей поездки в Кабардино-Балкарию заявил о выделении 9 миллиардов рублей из федерального бюджета на развитие инфраструктуры популярного горнолыжного курорта Эльбрус. По планам российских властей, указанная сумма должна быть использована на строительство 30 километров новых горнолыжных трасс, а также на сооружение новых гостиничных комплексов. Данный объем инвестиций должен быть реализован до конца 2023 года, что позволит увеличить количество туристов на данном курорте в несколько раз. Стоит отметить, что горнолыжный курорт Эльбрус привлекает внимание все большего числа россиян. По итогам прошедшего сезона 2020-2021 года здесь отдохнуло около 250 тысяч человек. Интерес к курорту вполне оправдан, несмотря на далеко не самую современную инфраструктуру. Эльбрус является самой высокой горной вершиной в Европе, благодаря чему здесь самый продолжительный в России сезон горнолыжного катания. Трассы запускаются для горнолыжников уже в ноябре и работают до начала июня. А, например, в этом году горнолыжный сезон был официально завершен только 4 июля. Благодаря чему за прошедший сезон здесь впервые было реализовано свыше 240 тысяч скипасов, что на 60% превышает аналогичный показатель, достигнутый в допандемийный период. Туристическая привлекательность курорта вполне объяснима. Эльбрус способен приносить заметно большую отдачу для бюджета Кабардино-Балкарии, при условии вложения серьезных средств в развитие соответствующей инфраструктуры. Сейчас суммарная протяженность трасс курорта Эльбрус составляет 17 километров, однако через 3 года она вырастет до 47 километров. В этом году на курорте стартует строительство двух новых канатных дорог для более быстрого подъема на горную вершину и к новым зонам катания. За счет строительства новых гостиниц различного уровня комфорта к 2024 году Эльбрус, не считая близлежащих поселков, сможет одновременно принимать около 5000 туристов. По планам властей, Эльбрус должен стать круглогодичным курортом и пользоваться повышенным интересом у туристов в любое время года. К 2030 году прогнозируется, что Эльбрус будут ежегодно посещать около 1 миллиона туристов.